В Арлахе Мирнинского района завершился фестиваль якутской эстрадной песни «Той Хая». Конкурс этот не новый, он зародился еще в 1991-м и открыл дорогу на сцену многим талантливым исполнителям. Финальный гала-концерт прошел в Мирном. Подробности далее. 26 лет подряд в селе Арлах проходит фестиваль якутской песни «Той Хая». В республике он успел снискать славу одного из ведущих конкурсов для эстрадных исполнителей, ведь география его участников охватывает всю Якутию. Многие стремятся сюда из глубинки республики, чтобы получить трамплин для большой якутской сцены. Этот талантливый певец приехал из Верхневилюйска и быстро сумел завоевать любовь и овации зрителя. Благодаря своей проникновенной технике исполнения Владимир Чоросов не смог оставить равнодушными жюри конкурса. Ну, я уже второй раз участвую. В 2012 году был здесь, номинацию взял за высшую культуру исполнения. И организаторы очень хорошо нас здесь приняли. Прежде чем допустить исполнителей до финального гала-концерта в Мирном, жюри пришлось отсмотреть 38 участников. И, как отметили эксперты, в этом году у фестиваля была своя особенность. У каждого выступающего был свой неповторимый стиль, жанр и подача материала. Благодаря такому разнообразию талантов у фестиваля давно появился свой преданный зритель. Мне вот нравится «Той Хая» из-за того, что сюда приезжают именно вот молодые ребята. Вот они показывают свой талант, они показывают, на что они способны. Результаты 26-го фестиваля таковы. Гран-при завоевал Владимир Чоросов из Верхневилюйска. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».